Когда вы думаете, что вы не можете изменить свою жизнь, закономерностью будет, что вы ее не измените. Поэтому выигрышной оказывается так называемая интернальная позиция. Часть людей больше склонны рассчитывать, что им Вселенная поможет, а часть рассчитывает на то, что им они сами только и помогут. С точки зрения потенциальной успешности, успешность выше на стороне тех, кто считает, что они сами ответственны за свои провалы и за свои успехи, а не те, кто ждут улыбки Вселенной или сетуют на судьбу. Вот. Поэтому интернальная установка, интер на самого себя, она является более выигрышной.